Чё, ребятушки, вот сегодня столько ёршиков поймал. Завтра пойду проверять на Налима ловушки. Ёрши у меня сидят под компрессором в ванночке. Ну, комфортно, наверное, себя чувствуют. Я так думаю. Короче, кислорода им хватает. Ну-ка, друзья. Вот я сегодня говорил кому-то, сколько ершей я поймал. Но вот так вот, друзья. Сейчас, подождите, вот так подниму. Поставьте на паузу, сосчитайте ершей. Кто скажет мне, сколько ершей, то я потом скажу, что будет. Давайте, короче, ставьте лайк. Вот такие вот живочки у меня сегодня, друзья. Вот они. Подводные братцы. Наморозился я сегодня в минус 25, друзья. Ну, отпустил много ершей, конечно же. Мелких. Вот. Как-то так, друзья. Плавают мои ершули. Плавают. Опа. Иртышовский ёрш. Смотрите. Они-то и не боятся сильно. Видите, они такие прикольные ёршики. Вот. Вау. Шуганные чуть-чуть. Чуть-чуть только шуганные. Ну подожди, ты покажись, покажись, какой ты на самом деле ёж. Видите, вот такой вот красивый. Сейчас покажу. Вот такой вот колючий. Колючий ёж. Глаз у него, видите, какой светится. Красавец, да? Друзья, чё, без комментариев говоришь, ёршуля? А ёршик? Самая деликатесная пища для Налима, друзья. Вот. Давай, иди. Плыви. Тьфу, всё. Потерялся.